селе Михайловском провели открытую сессию Совета поселения. Руководитель администрации Елена Клименченко выступила с докладом о проделанной работе. А сделать удалось немало – провести ямочный ремонт и грейдирование улиц, установить наружное освещение, поддерживать санитарный порядок и многое другое. И это несмотря на очень скромный бюджет. Решением Совета Михайловского сельского поселения – был утвержден бюджет поселения на 2023 год в сумме 15 722 тысячи рублей. План по доходам выполнен на 116% к утвержденным бюджетным назначением и составил 18 167 тысяч рублей. Озвучила Елена Клименченко и планы на 2024 год. Планомерно продолжать работу во всех направлениях. После перешли к вопросам от жителей. Первый из них – разбитые дороги. Из-за ремонта Крюковского водохранилища по селу постоянно ездят большегрузы. Улицы на такие нагрузки не рассчитаны. Что касается ремонта Крюковского водохранилища, это федеральная программа. Вы знаете, как необходимо нам ее завершить, для того, чтобы у нас не было никаких тревог по поводу водохранилища. У поселения есть договоренность с подрядчиком о том, что он поможет отремонтировать дорогу после окончания работ. А пока улицы ремонтируют согласно плану, по нему же проводится обрезка веток. Еще одна проблема в поселении – качество отопления в местной школе. Учреждению необходима новая котельная. Вопрос строительства нормальной газовой котельной уже рассматривается на территории вашей школы. Мы обязательно этот вопрос разовьем, обязательно построим эту котельную и действительно уйдем от того, чтобы топить дистопливом. Озвучили и другие вопросы, каждый из которых глава поселения взяла на контроль. Депутаты единогласно признали работу Елены Клименченко удовлетворительной. Первое, кого я хотел бы поблагодарить, это депутатский корпус, Елену Семеновну, жителей, за то, что вы следите за своим поселением, не говорите, это не мое, это не наше. Вот вместе как-то собираетесь, занимаетесь, беретесь, депутаты помогают главе поселения, жители поселения, жители помогают главе поселения, глава поселения в свою очередь. Вот это единение и желание позаботиться о том месте, где вы живете, это очень важно.